Всем приветик! Хочу сегодня показать масочку от бренда Miss Free, согревающую. Она очень клевенькая. Приятного просмотра! Это Miss Free Jeju Volcanic Melting Clay Mask, то есть она тающая, совершенно не засыхающая. Тут 100 мл стоит около 10 долларов в Корее. В составе у нас каолин, вулканический пепел, пудра из грецкого ореха, точнее из скорлупы, экстракт зеленого чая. Дальше прикреплю полный список ингредиентов. Вот такая вот консистенция жиденькая с вкраплениями. Когда начинаете смывать, небольшая эксфоляция происходит. Так что вот такой вот прикол. Сейчас покажу, как на лице. Сейчас покажу, как распределяется масочка. Очень легонечко. Начинает сразу согревать. Вот, в общем, как будто тоналку намазали. В общем, так прикольно. Она не стягивает, не сушит, не засыхает. В общем, клевая масочка. Очень всем ее рекомендую. Еще и согревает. Мне нравится. Смывается очень легко. После нее почищаются поры. Ничем не хуже, чем от маски от Time From, которая меня совершенно не удивила. Матирует кожу, она меньше жирнится, при этом немножечко сужаются поры. Так что имейте в виду, отличный вариант, особенно на зиму. Тем более она согревает, напомню еще раз. Надеюсь, видео было полезным. Если это так, то поставьте мне лайк. Я буду рада. Спасибо за внимание. Пока-пока.